Музыкальная трагедия. Первый век нашей эры. Рим. Отвергнутая любовь Вителлии и заговор против Тита. Пьеса «Метастазио». Сюжет для оперы. Моцарт ее написал всего за 18 дней. Ко дню рождения Моцарта, он в конце января, концерт в Тирасполе. На сцене симфонический оркестр. В программе увертюра из оперы Моцарта «Милосердие Тита». Здесь сконцентрирован поздний Моцарт абсолютно во всем, начиная от первой ноты до последней. Многие оркестры играют ровно эту увертюру. Я, например, добавил сюда немножко драматизма, сделал небольшие задержания, предвещая вот действительно. Вот такой Моцарт в «Милосердии Тита», в увертюре. Вот. Здесь есть драматизм, которого у Моцарта еще не было. Всего симфонически сыграют 4 произведения Моцарта. Сейчас вовсю репетируют. Мы идем от старшего возраста к более юному возрасту. И заканчиваем мы 24-й симфонией, которую он написал, ему еще не было 18 лет. После 24-й идет 25-й, который уже заявил о себя с новыми звучаниями, с новыми эмоциями, с новыми совсем ритмическими фигурами. Сложно вникнуть в Моцарта. Сыграть нетрудно, просто ноты. А вот вникнуть в эту музыку, ощутить неспроста, когда звучит музыка Моцарта, с первого же аккорда понятно, что это Моцарт. Концерт в этот четверг, 26 января. Приглашают всех. Дворец Республики. Начало 18:00.